Ну, здравствуй, Питер. Привет, Пулково. Погода солнечная, но ветер... Тут вот ветра нет, закрыто. А так из самолета вышли прям... Ну, это ж Питер, как без ветра. Как в Крыму без ветра, так и в Питере никуда без него. Ну что, улетала я из Питера в конце января, вот опять тут. Ну, правда, ненадолго, на 2 часа. Сейчас пойду поем чего-нибудь. И опять на самолет. Из заснеженного Мурманска вот это вот. Тут все вот так. Ходила. Ой, либо шоколадницы, либо стейки, что-то такое. Короче говоря, нашла. Лепим, варим свежие пельмени. Вот. И тут такие салат в банках подается. Таких. Вот сейчас я пока салатику поем. Я селедочку под шубой взяла. Вот, сейчас мои вареники слепят, сварят. Прям лепят на глазах. Какие катки под цветы. С деревяшечек. Не, ну там, понятно, горшок внутри есть. Видимо. Ага. Горшок внутри есть. А сверху вот такой вот из деревяшечек. Ой, не могу, кафе, конечно, прикольно. У них такая подача. Кружки эмалированные, миски эмалированные. Банка. Салаты в банках. И на крышке написано, что можете унести с собой. Видимо, цена банки входит в стоимость салата. Кстати, пельмени вкусные. 10 штучек стоят 360 рублей. А вот этот вот... Салатики вот эти 250 рублей. Ну вот, еще у меня минут 15 я посижу и пойду уже на посадку. Вот. Вот я уже в прошлый раз говорила в январе, когда улетала, убрали все надписи на китайском языке. Это о чем говорит, что китайских туристов больше не будет? Или как? Не знаю. Ох, чует мое сердце. Закроют нам железный занавес. Ветер шумит. Тут все гудит. Ой, ветер такой в Питере. Ой-ой-ой. К сожалению, в этом самолете мне не поснимать, потому что сижу я на проходе. И так поглядела, все места у окошек заняты. Плохо. Ну, что поделаешь. Придется так лететь. Нетушки. Я попросила мужчину в ряду, который сидел один, попросилась к окошечку, и он меня пропустил. Как это так? Как это так, я снимать не буду, но... Правда, тут тоже особо не поснимаешь, крыло все закрывает. Но все-таки... Ну, пока, Питер. До следующего раза. Звонила Саша нам. Ну ты в апреле-то к нам приезжай. Что до апреля-то осталось? Грустно, конечно. Только российские самолеты. Как-то раньше хоть полюбоваться можно было на всякие иностранные. А вот там вот что за красный стоит. А, тоже Россия.
так, кое-где. Кое-где лежит, кое-где он какие-то там сугробики не растаявшие. А так вон, видите, практически полосата сухая. Стекла немытые. Помыть не могут. Ну ладно. Мы взлетаем. Невозврата пройдена. Ох, солнышко, не видно ничего. Что толку, что я у окошка села? О, пока самолет наклонился, поворачивает. Смотреть на землю с высоты. Дети маленькие плачут, ушки закладывают, когда самолет-то набирает высоту и садится, уши закладывает. Не понимают, что с ними происходит. Ну вот надо же, а? И видимость хорошая. Крыло все закрывает. Ну ладно, летим. Тут даже обещают покормить. А я как раз наелась, как прям тот тузик. Сейчас поспать, да? Чего вот это легла, наверное, в час? Ну, уснула в час, наверное. Опять встала, чего не спалось. Ой. Ой, мои хорошие. Не знаю, будет слышно, не будет. А я вот болела. А сегодня утром проснулась. У меня ни насморка, ни кашля. Вот так. Усиленно лечилась. Не, ну кашель-то так бывает, потому что курю. Прям прошло. Я очень переживала. Боялась, что меня в самолет не пустят. Ну вот, принесли поесть сэндвич. Слушай, ну прям теплый. Ну, они разогревают, там видно. Сыр, что-то какая-то колбаска или что-то. Так, ну и чай. Есть я не хочу, потому что я недавно ела. А чайку попить хорошо. Да, собственно, еда-то в самолете. Так, чтобы время прошло. Тем более, я почитать ничего с собой не взяла. А журнал, который тут есть. Вот он. Вот он. Я его прочитала, когда из Мурманска в Питер летела утром. Поэтому так вот чайку попить. Летим. А сэндвич я заберу с собой, потому что я приеду вечером. Не знаю, есть ли там магазин поблизости, где у меня номер забронирован в отеле. Я там ничего не знаю вокруг. Поэтому, мало ли, пригодится. На всякий случай, правда? Не, ну я... Ой, надеюсь, что магазин-то есть.
хотя кто его знает. Дело такое. Ну вот, пилот нам объявил, что мы пролетели Москву. Летим мы, значит, на высоте 11 километров 300 метров. Вот. Ну, скорость такая же, 850 километров в час. За бортом 47 градусов мороза. С неудачной стороны как-то у меня билет. Видите, вот там солнышко на крыле. А с той стороны зато все иллюминаторы закрыты, потому что солнышко светит. Я думаю, оно уже садится, наверное, будет. А я все летаю. Уже вот, честно говоря, надоело. Ноги болят. Устала. Вроде ничего не делаешь, да? Ты устаешь от вот так, от дороги, от этих перелетов. Вот смотрите, да? Вот солнце же с другой стороны вот. Стой самолета. А все равно какое небо интересное. Я вот сидела, смотрела, смотрела, думаю, надо же. Каких-то таких, не знаю, прям почти пастельные тона. Все равно красиво. Ой, ну лететь уже надоело. Я же камеру-то беру не каждые 5 минут. Время проходит. Солнышко попало на двигатель. У меня, наверное, уже очумевшие глаза. Ой. Я правда устала, девчонки. Прямо устала. Скорее бы уже прилететь. Очень надоела эта маска. Мне кажется, больше от нее устаешь. В этой маске дышишь, и ты... тем, что ты выдыхаешь, углекислотой это, что начинает в голове шуметь. А когда вот так по несколько часов, ну просто, когда уже это все кончится. А небо постепенно меняет цвет. Таких желтовато, каких-то оранжевых стало, вот розово-голубое. Да. Красиво. Ура! Мы прорвались сквозь облака. И вон видно цивилизация впереди. Жалко, конечно, что... темно уже. Ничего сегодня, наверное, не увидим красивого. Ну ладно, завтра. А мне завтра предстоит очень приятная встреча. Я вам, конечно, покажу. Нет, ну если опять же, если она сниматься захочет. Как на Канарах.
специально для меня развернулся. Смотрите, там темень. А тут вот какая красотища. Ой, девчонки, вот вы не представляете. Я так рада. Мало того, что я сама это вижу, я еще и вам могу показать. Далеко ходить не надо. Очень хорошо. Вот видите, какой у вас водитель хороший. Ой, попался. Да вы вообще тут все хорошие. Вот серьезно, вот в октябре была вот с дочкой тоже из Питера. Просто вот я уж потом сколько говорила подписчикам, говорю, какие же люди-то хорошие. Ой, как смотрите, как днем я вам показывала, а вечером-то что делается. Так, а куда мы приехали? Нам сюда. Ага. Это Сириус, ну, это да. Образовательный центр для одаренных детей. Угу. То есть сюда, если ребенок красиво попал, все, он обеспечен. На будущее 50. Хоть кому-то повезет. Ну да. Вот сейчас мы направо поворачиваем, до конца доезжаем, и все. Ваш абрис, и слева абрис, справа этот. Как его? Мини-маркет. Ну вот, я приехала, но тут музыка орёт, поэтому я не буду снимать долго. Ой, боже ж ты мой. Я добралась. И да, девочки, я в Сочи. Ну... Выбор у нас пока в поездках небольшой. Вот. Так что я в Сочи. Билет был, чтобы он не пропадал. Костя его перенес. И я на 3 дня в Сочи прилетела. Устала ужасно. Я говорю, я очень устаю то ли от этой маски дышать вот этим вот. Ноги, понятно, это моя беда. Вот. Но я очень рада. Вот видите, я ногу пристегиваю, какой хреновиной. Вот, так что сейчас надо. Ну, сейчас я вам покажу номер.
Ну, собственно, что тут особенно показывать? Картина с собакой. Он такой, в общем-то, стандартный, без каких-то излишеств. Ну вот, посуда есть, чайник есть, чай, сахар есть, шкаф есть. Ой, не обращайте на меня внимания. Вот. В общем, и тут тоже шкаф с полками. Так, здесь что у нас? Кабинка душевая. Ну, так приличненько все, что. Вот. Вот. Костя звонит, переживает. Ну, что ты долетела? Я ему говорю, спасибо тебе большое, что я второй раз за 4 месяца в Сочи попадаю. Ну ладно, лапоньки мои, на этом я заканчивать буду. Спасибо всем, кто со мной летал целый день. Спасибо, мои дорогие. Ничего, я сегодня отдохну. Завтра буду как новый червонец. Я вам обещаю. Ну ладно. Пока-пока, мои дорогие, пока. Пока, мои хорошие. Буду Сочи снимать. Тепло, ни ветерка. Я без куртки, вот в этой штуке и в футболке. Вся мокрая. Ну. Все, лапуськи мои. Пока, мои хорошие.